Пресс-класс! Ну уж я вас предупреждал, что беззубый щенок Володька Путин вляпается. Вляпался. Этот дурак безмозглый списал 23 миллиарда долларов. Это сколько там триллионов? Кто-то, если в рубли посчитаем, по-моему, 3 триллиона рублей, что ли, 6 потом. Короче, засранцы вы все, засранцы! За ваше бабло этот беззубый щенок, ну, знаете, подарил мерзавцам, подонкам, таким же самым ничтожеством, как этот беззубый щенок. Ну, вы же понимаете, что он подписывал кому? Людям, которые там клейма ставят не. Воры, убийцы, подонки, полнейшие. Понимаете, там вообще клейма. То есть там эти, кто приехали, то клоунада там приехали. Представитель Африки, чертовы представитель Африки, бандюки обычные, только помазанные в черных красках, самые обычные бандюки, больше ничего, приехали, да, естественно, ну они же видят, лоха нашли, беззубого щенка, и давай ему по ушам катать, а уже ушки распустили, ой, как хорошо, приехали, оп, все, получили, вот, вот, вот чем закончится Россия, смотрите, как она развалится, так и развалится. Советский Союз тоже дуру когда-то, ой, много деньжат пораздавал. А потом, и где Советский Союз, где, где, да-да-да, вот там. Вот этом есть идиотизм, полнейший идиотизм. Когда, грубо говоря, страна в полном экономическом кризисе, война проиграна. Но Путин хочет показать, что ну как же, нет, еще, я что-то могу. Что ты можешь? Срать штаны! Все, что Путин может. Больше ни черта. И по этой причине, да, это классический пример того, как жители России поимели по полной. По полной. И это же не конец. Вы же понимаете, они же хитрецы. Они же через пару дней скажут, знаете, надо еще больше. Знаете, еще больше. О-о-о. И все. Хана. Я говорю, что понимаете, в чем беда России? Что во главе стоит идиот, полный идиот, который почему-то убил себе в башку, что он великий. Да не великий, он великий идиот. Полнейший. По этой причине он делает ошибку за ошибкой, ошибку за ошибкой. Но он же хотел показать, что он на что-то влияет. Что ты влияешь? Есть такая цифра. Смешная, смешная, но очень четкая. Вы никогда не задавали себе вопрос, сколько на Африке зарабатывает Евросоюз? Не? Не? Никогда? Не? Ну, вы же понимаете, это руда, все это золото, куда-то идет, правильно? Правильно. Так вот, смотрите, если посмотреть товарооборот африканских стран с Евросоюзом, то есть, куда они это все продают, там получается 78%. Вот всего этого идет. Правильно? Ну, вы же понимаете, что происходит. Да, я не спорю, сказать, бывшие колонии, да. Очень часто, действительно, те, которые французские Францию, те, которые английские в Англии, они туда. А Россия, фиг с маслом России. 2%, 2% экспорт африканской стравы идет на Россию. 2. Ну, просто он как бы догадывается, что США есть. Понимаете, что? Китай. Чувствуете? Да. Поставили в голове страны идиота, и он ее полностью разваливает. А другие идиоты говорят, вот хорошо, пускай разваливает Россию, будет всем классно. Согласен.